на камеру. Сержант генералов Алексей Николаевич, военнослужащий инженерно-саперного взвода, инженерно-саперной роты 331-го парашютно-десантного полка, дислоцировавшийся город Костроме Российской Федерации. И Федор Аманцев Иван Игоревич, военнослужащий 331-го полка 98-й воздушно-десантной дивизии, которая находится в городе Кострома на Российской Федерации. Я, почтовый Федор Валерьевич, прохожу контрактную службу в воинской части 71-211 в 331-м гвардейском десантном парашютном полку в 3-й парашютно-десантной роте 2-м взводе гвардии младший сам почтовый, номер расчета. Полк находится в Российской Федерации в городе Кострома. Я Митрофанов Артем Васильевич, ефрейтор, прохожу службу Российской Федерации в городе Кострома, 331-м полку, парашютно-десантном полку, 98-й парашютно-десантной дивизии. Я гвардии Федор Кипов Сергей Александрович, заместитель командира боевой машины, наводчик-оператор 1-го разведывательного отделения 1-го разведывательного взвода 1-го парашютно-десантного батальона 331-го парашютно-десантного полка. Я Смирнов Сергей Алексеевич, прохожу службу по контракту в город Кострома, 331-й полк, военная часть 71-211. Я гвардии фрейтор Мельчаков Иван Васильевич, служу в 331-м гвардейском парашютно-десантном полку города Кострома, 98-й гвардейском воздушно-десантной дивизии войсковой части 71-211. Я рядовой Горяш Андрей Валерьевич, служу в 331-м гвардейском парашютно-десантном полку 98-й парашютно-десантной дивизии Российской Федерации. Я гвардии сержант Свастеев Владимир Вячеславович, заместитель командира 2-го парашютно-десантного взвода 3-й парашютно-десантной роты. Служу в 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии 331-м гвардейском парашютно-десантном полку, находящийся город Кострома, то есть и Российская Федерация. Дорогие родители, родственники, близкие, знакомые, мы нелегально попали на территорию России, на территорию Украины. У нас забрали документы и телефоны. Мы стерли все номера на боевых машинах. Нам сказали, что здесь будут проводиться учения. Мы не хотим воевать с украинским народом. Просим вас содействовать в нашем. Мы не хотим здесь находиться и хотим, чтобы нас перевезли в Россию. Просим вас помочь с этим, потому что здесь нет никакого правого сектора. Здесь живут такие же люди, как мы, такие же христиане. Помогите нам, пожалуйста. Мы не хотим стрелять в украинский народ. Мы нелегально сюда попали и просто просим помощи у вас. Мы хотим возвращаться сюда с мирными деятельностями. Мы не хотим стрелять по украинскому народу.